Привет! Рубрика «Шедевры за минуту» снова ведет вас в Лувр. Будем смотреть на гордость королевской коллекции драгоценностей «Бриллиант Регент». Камень был найден в Индии в 17 веке, огранен в Англии и в 1717 году приобретен регентом Филиппом Орлеанским для короля Людовика XV. Людовики украшали регентом не только коронационные короны, но и свои шляпы, а Наполеон – эфес своей парадной шпаги. В бурный и нестабильный период революции бриллиант украли, но затем, к счастью, нашли. Регент поражает не только своим размером, чуть больше 140 карат, но и практически безупречной чистотой.